арбуз астраханский, раннеспелый. Ней овощи бахчевых культур когда-то давно подарили нам сорт арбуза астраханский, который созревает за 86-98 дней. Этот среднеспелый сорт арбузов имеет шаровидную форму, а внешними отличительными характеристиками ягоды являются темно-зеленые плоды. Благодаря прекрасным вкусовым характеристикам и отличной транспортабельности, арбузы получили широкую известность и стали востребованы и хорошо узнаваемы нашими соотечественниками. Тот, кто знает, как выращивать огурцы в открытом грунте, хотя бы однажды выращивал и арбузы сорта «Астраханский». Чем привлекает данный сорт многих огородников? Прежде всего, это масса плода, он достигает около 5-6 килограммов. Но урожайность также играет не последнюю роль, и астраханские арбузы имеют отличный показатель – от 2,5 до 5,5 килограммов на квадратный метр.